Так, что делает наш папа вечером? А наш папа, как обычно, что-то мастерит. И это что-то? Это наш инкубатор. А что там, кружка стоит? Держит. А? Держит. Кого держит? Держит? Ну ладно. В общем, папа мастерит инкубатор для яиц, которые мы купили в прошлый раз и сегодня. Мы их сегодня заложим. Мы же потом их позвонили. А? Что? Мужики не позвонили. Какому мужику? Куриные яйца. Там мужик? Ну, что поделать. Ну, куриные мы, наверное, не будем сейчас. Да? Да, нам пока хватит развлекаться. Да, нам развлечения хватает. Мишка сидит, играет в трек. Лиза за ним типа присматривает. Лиза, соответственно, на тебе. А папа мастерит инкубатор. А потом еще работу доделывать надо, да? А завтра утром собираем посылочку, да? Рано-рано утром. У нас уже готова решетка. А вода снизу у нас не будет стоять? Будет. А примеряешь? Как мы ее менять будем? Зачем ее менять? А ее не надо менять? Промочим долевой. Через яйца? Вот, что. Ну ладно. В общем, ты сейчас все расскажешь, еще как пользоваться? Мне как бы не охота делать. Короче, еще две сука. Помните этот ящик? В этом ящике мы возили продукты на отдых, обкладывая льдом. Теперь это наш инкубатор. Ну а потом, когда он отслужит свое в качестве инкубатора, мы его просто выбросим. Да? Лет через 10. Мишка играет. А ты-то? Как понравился ребенку гибкий трек? А Лиза откопала конфету на полу. А ты заслужила конфету сегодня? Своим поведением, а? Таблицу умножения даже не начала учить. Я бабушке доложу. Хорошо. Вам надо сразу. Физиастерку. Сразу учи. Ты бабушке обещала? Она сказала, она тебя не возьмет заниматься, если ты не будешь учиться. Буду учить. Вот не возьмешь с утра таблицу умножения в руки, я бабушке доложу. Мама! Смотрите, что на кровати у нас пасется. Это сразу видно, кто кинул куртку на кровати, на место не унес. Да, Персик, мы все видели, мы зафиксировали. Видеофиксация, дорогая. Еще они мне там полочку свернули. Надо будет поправить. Все, треком никто больше не играет. Надо убрать, Лиз. Убирай давай его. Раздавит кто-нибудь? Нет, папе на очередь работу делать. А то Лизе на очередь настанет. И готовить, и работать, и сарай строить. Папа сегодня много сделал. И еще продолжает делать, в отличие от некоторых. Кто тут на хлебник? Ты сегодня с Катей спишь, Персик. Что же там у нашего папы? Это что такое? Это что такое? У нас офигенный автоматический инкубатор. А ну-ка, пихни, мадам. Лиза. Лиз. Она что, уснула совсем? Лиза! Пусть хоть на койку идет. Иди на кровать, Саш, придется нам убирать. В кровать свою иди, зай. Тебе ручку подать? Лизка, я тебя знаю, как тебя будить. Давай. Иди укладывай. Стой, стой. Раз. Теперь подожди, вот эти еще. Раз. Поворачивайся. Все, беги. Только дверь за собой закрой, чтобы Мася к курям не пришла. Ты что делаешь? Ну-ка пошли спать. Спать пошли, говорю. Взял, кинул подушку. Ну, Миша, пойдем. Что говоришь? Сколько пойти температуру?
плюс-минус 2 градуса. Или 1 градус. Посмотри. В начале говорит 37,7, а к концу 37,2. Может, 0,2 градуса? Нет, ну смотри, кура же встает. Не все время. Ну, так, она проветривать ее утром и вечером можно. Нет, я к тому, что не критична температура потеря. Сильно болеет. Ну это. Ну и из книжки из этой «Веселая семейка». А? Главное, чтобы он не повис. Да. Убрано. Резиночка тоже. В ошибочке прячем. Все. Лепота. Что этот ребенок вытворяет? Да? Ну что, закладываем? Не знаю, может проверить. В каком смысле? А проверять будем? Куда мы его поставим? Ну пока что вон туда. Да, вон туда. Так противно себе щелкать. Ну да. Ой, ну не без сна. Ну что, закладываем? Еще ручки делать? Как-то это стрёмно. Че? А вдруг не получится. Ой, да ладно. Давай закладывай. Вдруг задохнулся. Давай закладывай. А, да, кстати, я задохнулся.